All right, and what does this say in Hebrew? Shabbat Shalom. And what's the Torah portion today? There it is, Akrei Mot. And what does Akrei Mot mean? After the death. And who died? Aaron's two sons, Nadab and Abihu. Crispy critters. And the reason why... Что здесь написано на иврите? Это Шаббат Шалом. И что наша порция Торы сегодня? Акрей Мот. И что Акрей Мот значит? После смерти. Кто умер? Аарона, твоя сыновья, Медаб и Абину. И почему они зашли в святыню святых? Как часто можно зайти в святыню святых? Это только можно зайти туда один раз. Это Йон-Капор. Это было одно время, которое высший священник мог зайти туда. Это было одно время, когда они могли увидеть это святыню святых. В Йон-Капор что происходит? И выше, как бы, этот священник, он одевается только в белом, на Йон-Капор. В Йон-Капор все одеты в белое. Если вы пойдете сегодня в Израиль, в Йон-Капор все в белом. Я не знаю, если вы это знали, но Ниссан 1, это была церемония, как бы, как бы Моисея, скинию Моисея. Потому что Ниссан 1, это как бы, когда они практиковали это служение для... И также у них был день рождения. Это сосредоточение. Это когда они как бы молились Богу о прощении. И на эту открытую церемонию открытия этой скинии двое из сыновей Аарона умерли. Посмотрим в Левитика 1. И посмотрим Еврея, 10 глава, 31 стих. Также 4, 15 по 16. Ибо мы имеем не такого пресвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И это значит, что есть скиния на небе. И все, что мы делаем на земле, это как бы параллель того, что происходит на небе. Кто из вас знает... Кто из один из самых лучших бейсбол-игроков, которые вы можете думать? Бейб Рут, он не играл в маленьких играх. И я хочу сказать то же самое. Йешуа не... он как бы... больших этих... Он говорит о высшем священнике на небе. And what people don't know in the Old Testament, I prefer saying the Tanakh,
Сильно часто христианство, как бы, есть такое отношение к Богу, как будто я только достаю Бога, как бы, когда Он мне нужен. А так я просто Бога куда-то запрячу. И мы получаем, что люди не знают в Старом Завете. В Старом Завете был, говорят, что не было, как бы, милости в Старом Завете, но была милость и... кто из вас знает, что когда вы работаете с электричеством, вы должны, как бы, соблюдать правила? Посмотрим, Левит, 16 глава, 2 стих. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил в святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Так что мы должны понимать, что есть правило. Я хочу показать вам также это. Это это как бы престол милосердия. И что интересно, что еврейское слово для как бы престол милосердия — это кипарот. Посмотрим, Левит, 16 глава, 4 стих. И тут написано, что он должен надеть священную льняную хитон, должен надеть он нижнее платье льняное, и как бы вся одежда должна быть льняная. И нельзя эту одежду брать как бы домой. Он должен был зайти как бы в нормальной одежде, потом как бы помыться, и потом одеть эту одежду священника. И это должно быть все отдельно. Оно должно быть к святым. Извините, сейчас чуть есть проблема с компьютером. Так, этот козел отпущения, я думаю, что этот козел отпущения — это была как бы репрезентация Иешуи, потому что сколько дней он был в пустыне? Какой день он вошел в пустыню? Элло один. Это месяц, как бы... И что 40 дней против Элло 1? Это Йон-Капор. И он вышел из пустыни в Йон-Капор. Он что происходит? Он читает из Исаии. Он говорит, я как бы, я он. И что они делают? Что они делают? Они приводят его к скале, и они хотят его сбросить с этой скалы, и это точно, что они делают с козлом отпущения. И это в Йон-Капор, в тот же самый день, когда они это делают. Аарон должен был, как бы, принести, как бы,
жертвоприношение первое для себя, перед тем, как он мог сделать жертвоприношение для своей семьи или для народа израильского. Это не для страны или для нации, это для себя Аарон делал. И он должен взять с алтаря, он должен их положить как бы в такую как бы тарелку, можно сказать. Он ставит также это. И он должен поставить это, как был Ладан. И это как бы вся вот эта работа. И потом он должен взять кровь из жертвоприношения и 7 раз как бы побрызгать. Если вы помните, скиния на земле — это как бы параллель скинии на небе. Мы только что читали, что он берет, он ставит этот ладан на эти угли. И теперь в Откровении. Посмотрим Левит, 16 глава, 17 стих. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. Вы знали, что в Йом Кипур он не делает никакое приношение для никаких как бы неевреев. Это только для детей Израиля и для священника. Потому что точно как священник первый должен делать жертвоприношение для себя, перед тем, как он мог делать жертвоприношение для народа Израилева, то же самое народ Израиля первый должен делать жертвоприношение для себя перед Богом, перед тем, как они могут делать это жертвоприношение для других стран, для других народов. В Левита 16 главе сколько людей могли заходить? Посмотрим в Левит 15 глава, 6 по 8 стих. «И вышел из храма 7 ангелов, имеющие 7 язв». О, интересно, как часто они одеты в белом? Только в Йом Кипур. Облеченные в чистую и светлую льняную одежду и поясные по персам золотым поясами. И одна из 4 животных дала 7 ангелам 7 золотых чаш, наполненных гневом Бога. Это день...
Это день судья, когда Бог будет судить. Суждение. Вы должны знать, когда Йом Кипур есть в каждом году, который я имею в книге. Левит 16 глава 30 стих. «Ибо всей день очищает вас, чтобы сделал вам вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». Если вы помните, прокаженный не мог быть исцелен перед тем, как его священник как бы сказал, что он чист. Это две разных части. Так что две вещи происходят от аспекта atonement, как бы очищения. Это как бы это как расплата. И чтобы была как бы эта расплата, должно быть две вещи. Вы должен быть очищен человек и должен быть как бы исцелен полностью. И когда Бог говорит, что Он хочет вас покрыть, Он хочет вас подставить под как бы защитой своих крыльев. И Бог нас очищает. И вот что важно. Когда мы думаем о расплате, мы думаем как бы о прощении, но это не что происходит. Как мы встаем прощены Богом, это когда мы приходим в контакт с Богом. Вы знаете, или даже когда мы даже каемся от наших грехов, мы все равно грязны, и мы все равно должны быть очищены. Ефесянов написано о очищении Божьего Слова. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдострого». Тяжелое слово. И когда мы приходим близко к Богу и примем контакт этот с Богом, это когда приходит это очищение и прощение от Бога. Вот что еще интересно. Это маленький как рисунок ангела, который делает на небе точно то же самое, то, что священник делает здесь на земле. Когда вещи происходят здесь на земле, то вещи также происходят на небе. И мы видим много примеров из Библии. Мы видим, что когда Даниил молился Богу, и ангел говорил, что он бы пришел бы, но он не мог. В какой день пришел ангел Даниилу? В какой месяц? Он пришел Даниилу, это в месяц Нисан, на 24-й день Нисан. И он сказал, я бы пришел тебе намного раньше, но я как бы боролся с демоническим как бы князем Персии. Он сказал, я бы пришел 3 недели раньше, но я не мог прийти. Но Михаил как бы пришел и помог мне. Так что все это откровение, что Даниил видит, он говорит о наше время. Когда он пришел на 24-й день Нисан, и он ждал 3 недели, это значит, в какой день Даниил начал молиться? В 3-е. 3 плюс 3 — 7, это 24. Так что Даниил начал молиться в 3-й день Нисан. Значит, и когда была великая война на небе, это значит, что была великая война на небе и на земле. Это в месяц Нисан, который апрель. И это было рано в апреле, когда царь Перси хотел атаковать Израиля. Это почему я написал в моей книге, что я сказал, что Иран нападет на Израиль в апреле. Это в книге Даниила, это нам написано. Если это происходит в апреле, как бы месяц Нисан на небе, то это происходит и на земле.
И это соединяет библейский календарь к тем, что происходит сейчас. И я знаю пророчество, и я могу говорить эти вещи с точностью. Откровение, 6 глава, 10 стих. «И возопили они громким голосом, говоря, доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле кровь нашу». Также Второзаконие, 32 глава, 40-44. Я подниму к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. И также продолжается тут, когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим, и ненавидящим меня воздам. И он говорит, упою стрелы мою кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных. И тут... И тут написано, что это будет только начало, точно как в Исходе. Все 10, как бы, все 10, как бы, проказ эти, которые были в Египте, это было против один из каждых богов египетских, то здесь, как бы, точно и так. И что он говорит странам? И это также и в книге Римлянов. Тут написано, «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отомстит за кровь рабов своих». И это почему в книге Откровения люди спрашивают, когда ты отомстишь кровь, как бы, святых? И... Бог говорит, «И воздаст и нищим врагам своим, и очистит землю свою и народ свой». Это Израиль, и также в Откровении 19 глава. «И из уст же его исходит острый меч». И мы знаем из Евреев 4:12, это что Слово Божье острее, чем любой меч обоустрен. Меч, который острый с двух сторон. И также, чтобы им поражать народы, он пасет их железом, железом железным. Так что в Йом-Кипур это все будет происходить. И тут также написано... И видит ангела, который громким голосом кричит. И тут типа царь царей Господь, Господь. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба, летите, собирайте на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяч начальников. И все будут, как бы, на этом на ужине, только одни будут кушать, а другие будут, как бы, можно сказать, рожены. Также к Евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча». Опять этот стих обоюдостроево. Я не могу это слово сказать. Я хочу чуть-чуть это быстрее закончить, чтобы дать больше времени нашим гостям, но Левитам 17 глава. Если оно даже кошерное, если оно умерло, и всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверями, тязмец или пришлец должен вымыть одежду свою и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. И тут по делам земли
И тут просто написано, что делай как бы мои вещи, мои, соблюдай мои законы, люби Бога. И многие, может, думают, что, о, закон просто меня убивает, я не могу жить законом. Но это как мы живем, это... Если жить по закону, по Божьему закону, это то, то же самое вещь. Это как бы... Это не то, что плохо для нас, это хорошо для нас, когда мы живем под законом, потому что Божий закон нас защищает. Если мы делаем, что Бог нам говорит, то жизнь для нас стает лучше. Опять Левитам 26 по 28. «А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте все эти мерзости, ни тузьменец, ни пришлец». И что интересно даже, что тут написано, чтобы вас не свергнули с себя земли, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Когда мы читаем Иезекииль или Исаию, то Господь очищает свой народ. Я думаю, мы здесь остановимся. И также у меня есть это последнее. Откровение написано, что все будут на белых конях, в белой одежде. И я верю, что это, когда Бог назад придет, это будет на Йом-Кипур. И это почему мы должны смотреть на Божий календарь. Я верю, что это будет Йом-Кипур. Кто из вас верит, что Бог тот же самый сегодня, завтра и навсегда? Кто из вас верит в голове или в сердце? Если вы верите, что Бог... Это значит, что Бог всегда будет делать все вовремя. Йом-Кипур будет сделан в Йом-Кипур. И это очень тяжело видеть, что Бог, Он Бог своего слова, и Он... Он выполняет все свои обещания в свое время. Я хочу знать, как бы, что Бог делает, а что просто как бы не Бог, а может просто совпадение. Давайте встанем и помолимся. Наш Царь, наш Бог, наш Отец, мы благодарны Тебе за всех тех, которые хотят быть на Твоем календаре, которые хотят добавиться к Твоей команде, не чтобы Ты прибавился, может быть, к их компании, чтобы они были с Тобой, чтобы мы были с Тобой. Мы благодарим за все эти освящения, которые приходят вместе на Шаббат, и что мы проповедуем миру, что мы будем... Мы будем следовать за Тобой, что мы можем повелеться Твоему Слову, а не что другие говорят. Мы благодарим, Отец, Тебе за все, что, за все Твои, все пожертвования, которые люди дают, что мы можем продолжать эту миссию Твою. Мы хотим быть просто маленький свет в этом мире и освещать весь мир Твоей Торой. В имя Иешуи. Аминь. Отец, мы так благодарны Тебе. Мы всегда доверяемся Тебе, Господь. Мы ставим всю нашу надежду в Тебя. Даже когда у нас не хватает веры, мы знаем, что мы можем
надеяться на Тебя. Мы хотим все наши проблемы принести к Тебе. Все наши, может быть, наши родственники или друзья, которые имеют какие-то проблемы, может, у них эмоциональная сейчас война, может, у них физическая сейчас какая-то боль. Иисус, мы, Господь, мы молим, чтобы Ты полностью исцелил. Отец, мы молимся за тех, которые нуждаются и в финансах. Используй нас, Господь, чтобы помочь с этими финансами. Все, что мы можем сделать, чтобы помочь. Некоторые нуждаются в пище, в дом, может, дом, машину, Иисус. Господь, мы молим, чтобы Ты открыл окна небесные для них. Мы молим, чтобы... Мы хотим, чтобы была реформация, чтобы государства поменялись. Отец, мы молимся сейчас. Мы знаем, что реформация приходит, и что Твое царство будет царствовать. Мы также молимся и за нацию Израиля, потому что они сейчас имеют войну, чтобы Ты защищал своих детей, Израиль, чтобы Твои ангелы защищали их. Аминь. Все можете присесть. И мы также приглашаем наших гостей. Израиль Джуниор, наши братья. Многие из вас знали Томми Уоллер. Мы их и в финансах их помогали, и мы будем продолжать их финансово благословлять. Мы вас сейчас тут все удобно устроим. Это Мак Уоллер. И его друг здесь — это Джастин Хилтон. И мы очень благодарны за то, что они делают. Они молодые, им 20 и 21 лет. Но кто из вас рады, что следующее поколение, что они понимают Библию, они понимают Израиль. И мы очень благодарны, что они здесь. И мы мы гордимся в них. И они говорят, что это первый раз, что они будут говорить на эту тему. Так что давайте похлопаем для них. Спасибо всем вам. Хорошо быть здесь. Хорошо быть возле друзей, старых друзей. Было хотя бы 15 лет назад, когда наша семья сюда была здесь. Многие из вас были в Израиле с нами. И хорошо быть здесь. Это первый раз, наверное, что я здесь уже в долгое время. Последний раз, когда я был здесь, мне было, наверное, 10 лет. Сейчас это критически, чтобы христианам и чтобы странам поддерживать Израиль. Я вырос в Израиле, я работал там всю свою жизнь. Мои родители начали Хайовел организацию, чтобы приходить и благословлять людей в Израиле. Мой отец был фармером в Теннесси. И один фермер открыл эту ферму, и мой отец пришел и просто услышал этого фармера. Этот фармер поделился с ним с книги из Иеремии, и просто
мой отец спросил этого фармера, как я могу быть часть этой библейской, пророчества этого библейского. И наша семья начала просто туда приезжать, в Израиль. И просто больше и больше людей туда приезжали. И мы там уже просто долгое время работали. И... Мы просто росли оттуда, мы сделали эти отношения с еврейским народом, с их сообществом. Мы просто видели, как они начали открываться к нам. И за последние 2000 лет отношение между евреями и христианами было очень плохое, просто ужасное отношение было. И я думаю, что сейчас мы видим, как мост строится между христианами и между евреями. И мы не там, чтобы что-то им рассказать что-то. Мы просто там служить, и мы хотим с ними делиться Словом Божьим. И они делятся с нами, и мы просто друг друга строим. Мы очень близко стали с этими людьми. В октябре 7-м, когда эта атака была, это очень нас тяжело ударило. У меня есть друг, который есть сын из одного других людей, которых мы им много помогаем. Он был там, и он был сильно поврежден. Четыре из его друзей умерло. Они были в израильской армии. Мы очень часть этого, и это очень близко к дому, к нам, можно сказать. Одна причина, почему мы здесь, это чтобы просто говорить про, где мы сейчас есть. Церковь не понимает, где мы сейчас, в плане Бога. Церковь не знает, что Бог сейчас просто движется в Израиле. И если мы не проснемся к этому, то нам надо выбрать сторону. И если мы не проснемся к тому, что Бог сейчас работает в Израиле, то мы можем мы можем проснуться не на той стороне. То, что произошло в Израиле, было просто ужасное зло. Это просто так демонически, что там делалось в октябре 7-м и дальше. И мы там были чуть-чуть после того, как оно случилось, где-то 2 или 3 месяца назад, и просто были свидетелями некоторым просто ужасным вещам, которые там произошли. Видели дома, которые были просто тут есть фотографии, и просто тяжело понять. Просто мозг не может принять просто уровень зла и просто ужаса, которое там произошло. Мы слышали от некоторых людей, которые там были, которые нам говорили, они были свидетели этого, того, что там случилось, и это просто было ужасно. Я бы сказал, намного хуже, чем то, что медиа показала, то, что было показано на новостях. И нации стояли с Израилем пару дней, может, неделю. И потом все обернулось против Израиля, против семитические, и оно просто все назад вернулось к тому, что оно было. Как я сказал, пару дней страны стояли с Израилем, просто... Даже Байден был в Израиле после этой атаки и много хороших вещей сказал. И потом просто полностью повернулся.
и просто начал палестинский, как бы, двойной штат, солюцию, как бы, проталкивать. И нам нельзя быть наивными к тому, что происходит. Нам нельзя быть наивными. Даже в наших школах здесь, в Америке, просто кричат: убивайте, убивайте израильтян, убивайте зионистов, как бы, убивайте их детей. И это люди здесь это говорят. И мы должны, как бы, понять, что эти люди, они, их геноцид не... Это не то, что против они, потому что они хотят геноцид, они просто хотят геноцид израильского народа. И они ни на чем не останутся, пока Израиль не будет истреблен из мира. И это потому, что Царство Божие придет, и все вот эти, которые сейчас против Израиля, они против того, что Царство Божие придет скоро. И, как я сказал, им все равно про Палестину, им все равно про этот, то, что происходит там. Им все равно про то, что ужасное, то, что происходит, что Палестина говорит. Им все равно, про что они переживают, это что Бог приходит. И это их пугает. Они боятся живого Бога. Как пастор Марк говорил раньше. Это страшная вещь попасть в руки живого Бога. И они понимают, что-то есть, и они борются против этого. Стоим ли мы против того, что Бог делает? 2000 лет христианство стояло между христианами и Израилем. Израильский народ во время Холокоста было 28 тысяч людей, которые стояли против нацистов, которые убили 6 миллионов евреев. И было 400 миллион христиан в Европе. И 28 только тысяч стало против этого геноцида. Это 0.007% христианов стало против нацистов, когда они убили 6 миллионов евреев. Точка 0.007%. И мы как церковь, даже в Америке, мы не стоим против этого, как мы должны. И я молюсь Богу, что мы сможем. Мы знаем тех людей, которые стояли, но они были, как бы, исключение, не правило. Точка 0.07 христианов стояла против нацистов в Европе. И евреи, и израильский народ это знает, и они не очень надеются на, как бы, помощь христиан. И мы должны им показать, как бы, другую историю. Разница теперь между сейчас и тогда, это что тогда они могли просто убить 6 миллионов евреев, и не было никакого штата Израиля, не было какой страны Израиля, не было места, куда когда евреи могли убежать. Но теперь мы живем в поколении, где есть просто такая возможность увидеть Бога, и чтобы увидеть Царство Божие, как оно возвратится на землю. Бог привозит народ свой назад в свою землю. Больше, чем половину сейчас евреев живут в Израиле. И я думаю, это прекрасно. Я думаю, это великое свидетельство, что Бог живой, и что Его Царство возвратится, это что Он возвращает свой народ в свою землю.
Он привез свой народ назад в свою землю. И мы имеем эту возможность быть часть этого, и чтобы часть того, что Бог сейчас делает. И самая великая вещь, что Бог сейчас делает в нашей земле, это что Он просто возвращает народ назад в свою землю. И это сейчас читается из Иезекииля, 36 глава. И тут как бы... Господь... И многие люди смотрят на то, что Израиль сейчас, ну, как бы, страна, которая, ну, не считает себя, как бы, религиозной, это, как бы, светская страна, но это не про это про то, что Бог возвращает людей. Это не то, что израильский народ делает, или что христиане делают, это что Бог делает. Если Бог может использовать нас, то Он может использовать кого-либо. И Бог использует израильский народ, чтобы показать, что он жив и что его царство возвращается. Я прочитаю эту цитату, как бы, почему мы должны поддерживать Израиль. Вы живем прямо возле Сиэтла, вы живете, что октябрь 7, и это что там случилось? Там написано, как бы, типа, первосубботников, а потом, как бы, тех, которые на воскресенье. Это о христиан говорит. И это просто такой вопрос, когда нам надо стоять? Когда надо стоять? Когда придут за вами, за нас? Когда придут за христианами? Нет, я думаю, что нам надо... И даже сейчас уже за христианами тоже уже тут в Америке начинать преследовать. И я думаю, что нам будет только ставать хуже. Если мы не нарисуем эту линию сейчас, говоря с христианами сейчас, и просто... приходит такое чувство, как будто людям все равно, пока оно не приходит им домой. Если как бы люди не могут видеть то, что сейчас происходит в Израиле, то ничего они не будут делать, пока что-то уже не будет происходить с ними. И я верю, что скоро это будет. Если вы не можете видеть как бы это писание на стене, что мы как бы в начале чего-то, что будет. И сейчас как бы Израиль сам, как бы, это как бы сейчас просто в наших улицах происходит, и мы просто разрешаем, чтобы это происходило. И просто, чем я хочу закончить, это просто, что как бы наша... работа и как бы что наша работа здесь написано. Написано
more of Mesopotamia to curse you. But the Lord your God would not listen to Balaam. Instead, the Lord your God turned the curse into a blessing for you. Because the Lord your God loved you. You shall seek their peace, you shall not seek their peace or their prosperity all your days. Здесь типа просто как говорит, что никакой аммонитянин и моабитянин не будет заходить в скинию Божью, потому что они как бы наняли против тебя Балама, который напал на них. Потому что я принесу их назад в землю, которую я дал отцам ихним. Мы сейчас живем время, как бы, важное. Это как аммонитяне и моабитяне не принесли воду и хлеб к сынам Израилевым, когда они были в пустыне, потому что они не помогли им, то они как бы прокляты. И что наша работа? Я думаю, наша работа — это хлеб и вода. Я думаю, нам надо им, нам им надо помогать. Так что наша работа в это как бы важное время — это хлеб и вода. Мы должны стать с Израилем и просто помочь им возвратиться в их землю. И то, что Бог сейчас с ними делает. В Матфея 25 глава написано: то, что ты сделал меньшим из них, ты сделал как бы ко мне. Кто есть братья Иешуа? Братья Иешуа — это есть израильтяне. И если мы делаем это для них, то мы делаем это для Бога, для Христа. Да, так что у нас есть эта работа. У нас есть эта ответственность, и мы должны встать. И мы должны стать с народом Божьим. Да. Аминь, аминь. Хорошее слово. Сейчас выглядит, как будто много есть зла в мире, и я думаю, что есть много зла сейчас в мире. Но есть и хорошая новость нашей земле, и есть хорошие вещи, которые происходят. Я хочу просто поделиться с некоторыми вещами, которые мы сейчас делаем в Израиле, и как вы можете быть частью этого. Я не вырос в Израиле, почти. Наши семьи как бы знали друг друга перед тем, как я даже родился, так что я знал Мата почти всю мою жизнь. И как Мак говорил раньше, его отец первый был в Израиле в 2004 году. КВЛ, это их организация, начала в 2007 году. Моя старшая сестра была там в 2008 году. И потом я уже был там с моей семьей уже, когда мне было 7 лет, уже в 2009 году. И мы там каждый год туда возвращались, и теперь я там живу полностью и называю это моим домом. Это прекрасно жить в Израиле и просто видеть все, как бы, пророчества, которые происходят перед нашими глазами. Мы есть эти, как бы, не израильтяне. Где-то из 30, больше чем 30 стран, мы привезли больше чем 3000 христиан, чтобы помогать фармерам там. И сейчас мы помогаем где-то 50 фармерам. Мы там садим деревья и также виноград собираем. И мы просто делаем... Мы как предшественники там, и мы делаем все, что они нам нуждаются в любой работе. Спросите людей, которые там были. И что-то, что мы очень начали делать после октября 7-го, это мы начали...
мы начали что-то называется как бы операция Итай. Это из книги Самуила, 15 глава. Итай — это был не еврейский человек во время царя Давида. И царь Давид убегал от Абсалома, и Итай был там своими людьми. Он был Гиетайт, он был из Гата. Это то же самое место, где Голиаф был. Он был как бы предшественник. И Давид спрашивает: что ты тут делаешь? И Давид говорит: ты не еврей, что ты тут делаешь? И это что Итай ответил царю Давиду: как Господь жив, и как мой царь живет, где мой царь, как бы, Давид будет, там также я буду. И как бы до смерти. И мы считаем, это как бы наша работа, чтобы быть там для израильского народа. После октября 7-го мы видели, что произошло в Газе. И просто никто не был там готов, чтобы это случилось. И там... И мы также видели, что в Иудее, в Самарии, там просто очень маленькие фармера. Наша работа, чтобы собрать где-то под 30 миллион долларов, чтобы помочь, как бы, сохранить всех этих фаберов, всех землю и все эти маленькие, как бы, сообщества, которые живут там. Еще одна сторона нашей работы. У нас есть также группа, называется Israel Guys. И медиа просто полна обманов. И против октября 7-го стало даже хуже, как бы про всю эту, как бы, пропаганду против Израиля. Все очень быстро, как бы, обернулось, и медиа просто начала опять просто нападать на Израиль. Один пример. Это неделю или две после того, как октябрь 7 произошло. Медиа сказала: 500 умерло в Газе, как бы, больнице, когда Израиль напал на Газу. Израиля заняло пару недель. Израиль где-то пару недель читали, сколько людей умерло в Газе, а медиа, как бы, через час уже знает, ну, в кавычках, знает, сколько людей умерло. И Израиль очень быстро доказал, что это не был Израиль, который напал на этот госпиталь. Это был джихад, это был... Хамас, как бы, ракета, которая, ну, не сработала правильно и влетела в ихнюю госпиталь и убила. И на нашей, как бы, программе мы просто говорим о неправде, которая сейчас происходит, и мы где-то 5 видео в день, в неделю, как бы, аплодуем на интернет. Мы также делаем документарии. И мы просто показываем все обманы, которые сейчас в медиа. И есть много способов, через которые вы можете Исайя 52 глава, 7 стих. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего о спасении, говорящего Сиону: воцарился Бог твой. И мы просто можем жить в Израиле и быть светом для народов.
и очень скоро будет как бы встреча по Израиле. И это будет очень просто интересное. Май 20 по 22 из Израиля и Иудеи мы будем просто приглашать очень много. Будем приглашать просто очень много хороших спикеров, и будет очень прекрасное время. Это будет май 20 по 22 в Нэшвилл, Теннесси. И я думаю, просто сейчас мы должны, как христиане, мы должны вместе собраться, как один народ, и просто как христиане помогать нашим израильским братьям и сестрам. Также у нас будет и миссионерское, как бы, это будет, как бы, очень много работы, но это для тех, которые хотят помочь. И просто сейчас в Израиле, в Иерусалиме, там 1000, как бы, туристов. И когда этот октябрь 7 случился, то все убежали из Иерусалима, как бы все туристы. И даже нас спрашивали, вы будете оставляться или вы будете уходить? И когда они видели, что мы остались, то это значило, как бы, это им значило очень много. Они сказали, что мы, как бы, мы часть их семьи, потому что мы остались с ними в тяжелое время. То, что быть в Израиле и просто служить в Израиле сейчас, более чем в любое время, это просто значит очень много. Когда они видят, что мы с ними, это значит весь мир для них. Потому что, к сожалению, сейчас с ними не стоят. И я бы сказал, церковь, в общем, как бы, церковь, когда в легкие времена, то церковь, как бы, церковь не против Израиля, но когда времена стоят тяжелыми, то церковь, как бы, отсоединяет себя от Израиля, чтобы не быть частью этого. Я думаю, это неправильно. Я хочу еще прочитать с книги Амоса. Амос, 9 глава. И я, как бы, воздам Израилю народу, и они будут строить сады, я их поставлю на их землю, и они никогда опять не будут избраны из их земли, говорит Господь Бог ваш. Так что, аминь. Мы знаем, что все у Бога под контролем. Бог даст Израилю победу. Израиль никуда не уйдет ни в какое время. И просто вопрос есть, будем ли мы на правильной стороне истории? И будем ли мы частью работы, которую Бог сейчас делает в Израиле? Да. One of the things that I'd like to share real quick too, based on what they said, how many of you? Одна из вещей, которую я хотел еще поделиться про то, что они сказали. Кто из вас знает, что книга Руф — это пророчество? Книга Руф. Вы помните две моабитских женщин? Руф и Орпа. И Орпа. Они как моавитянки, они как церковь, которая стала частью Израиля. И, смотря на это через пророческое, как бы, так что Наоми, когда она услышала, что есть, Наимень, когда она услышала, что есть хлеб у ее дома, она сказала всем, возвратитесь назад в свои дома, когда их мужья умерли. Но тут написано, что Орпа поцеловала Наоми, как бы, она поцеловала ее и ушла
в, как бы, назад к своим богам. И знаете, что это слово значит «Орпа»? Это значит, что повернуть свою спину. Так что Орпа — это как бы репрезентация церкви, которая отвернется от Израиля и оставит Израиль. А Руфь — это та церковь, которая не повернет свою спину на Израиль, но останется с Израилем, как Руфь осталась с Наимини. И если вы посмотрите на историю, то как бы поколение потом Руфи был царь Давид, а как бы праправнуки как бы этой Орпы, она это был Голиаф. Так что если посмотреть на историю, то может, сотнями лет после этого будет битва как бы между этими двумя выборами, которые людьми сделали. То, что почти всегда как бы враг приходит из внутри. Мы забываем, что враг есть внутри. Даже Иоанн, который написал «Бытие от Иоанна», и он говорит, было много антихристонов и что многие приходят из церкви. Много как бы антихристов приходят из внутри. И мы должны всегда быть как бы мы должны быть, как бы, здравы. Так что те, которые хотят побыть в Израиле, не забывайте, что 1 по 10. Давайте встанем и помолимся. Наш Отец, наш Царь, мы так благодарим, что Ты любишь нас. Не только Ты хочешь благословить Твоих детей, Ты хочешь написать Твое имя. Сатана хочет поставить номер на нас, но мы не номер. Мы имеем имена, и Ты хочешь поставить Твое имя на нас. Так что мы благодарны Тебе за это. Точно как Ты сказал Арану сказать, Варякха Амрай. Шалом. Господь, сохрани тебя. Господь, посвятит свое лицо на тебя и даст тебе мир. И все вместе мы скажем аминь. Будьте благословенны, мы увидим вас в следующей неделе.